Всем доброго дня! 12 февраля этого года я опубликовал видео, в котором рассказал, как сделать простой термический скарификатор из двух чайных ситечек. Сделав такой скарификатор, я обработал с помощью него три косточки от фиников и посадил их в землю. Кто хочет посмотреть, можно перейти по ссылочке, видео это есть. Ну, а возможно, кому-то интересна судьба дальнейшая этих трех косточек. Ну, вот поэтому я и решил снять еще один ролик. Ростки из косточек появились меньше, чем через месяц. Я их сразу же пересадил отдельно, каждый в свой горшочек импровизированный. И вот они сейчас в таком вот здравии существуют. Ну, кто скажет, зачем они тебе вообще нужны? Ну, мне, может быть, они не нужны, но я их подарю в школу и в два детских садика, которые есть на нашем поселке. Теперь не скоро люди поедут отдыхать к теплым морям, ну, а воспитатели и учителя детям покажут, как выглядит финиковая пальма. Думаю, им будет интересно. Всего хорошего, здоровья, до свидания.